Volvo открыла беспрепятственный доступ к своей базе данных. В ней в том числе и результаты собственных исследований, основанные на анализе десятков тысяч реальных ДТП. Компания призывает всех автопроизводителей использовать накопленную информацию в интересах повышения уровня безопасности на дорогах. Как вы знаете, безопасность всегда была одной из главных целей нашей компании. Вот уже много лет мы преследуем амбициозную цель, чтобы ни один водитель Volvo не погиб и не получил серьезных травм при вождении наших автомобилей к 2020 году. Мы исследовали технические средства пассивной и активной характеристики автомобиля. При этом все равно остаются некоторые неразрешенные проблемы, связанные с человеческим фактором. Шведская компания провела исследование, в результате которого были выявлены три основных фактора, негативно влияющих на безопасность дорожного движения. Это превышение скорости, езда в нетрезвом виде и невнимательность за рулем. Для борьбы с первой проблемой Volvo Cars установит ограничение максимальной скорости до 180 км в час на всех новых автомобилях с 2020 года. Это наша принципиальная позиция. Если нам удастся спасти хотя бы несколько жизней, это будет означать, что оно того стоит. Мы также даем понять потенциально покупателям, что мы хотим привлечь ответственных водителей, которые сделают вождение автомобиля более безопасным.